В Кыргызстане очередная амнистия капиталов для лиц, желающих вывести из тени незадекларированное имущество или денежные средства. Указ о проведении легализации доходов и материальных ценностей подписал президент страны. Цель кампании – привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот. Примечательно, что добровольные декларанты не будут привлекаться к уголовной ответственности, но только в том случае, если имущество или активы уже арестованы или по ним ведется судебное разбирательство. Чтобы показать открытость намерений, налоговая служба до 7 августа текущего года уничтожит все налоговые декларации, представленные физическими лицами в рамках амнистии. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской республики, за последние годы у нас варьируется как бы вокруг 20% наш теневой оборот. Вместе с тем, согласно данным достаточно серьезных аналитических институтов мирового уровня, наш теневой оборот экономики находится в пределах от 40 до 60, даже говорили.